Видео представлено сайтом online-gdz.net, номер 428. Выполните возведение в степени. Итак, перед нами задание, которое требует знания следующего свойства степеней. Произведение чисел в степени равняется произведению каждого числа в этой степени. То есть, чтобы возвести в степень некое произведение, необходимо каждый множитель возвести в эту степень. Итак, выполняем пример А. X, Y в четвертой степени. Согласно свойству, это будет X в четвертой степени умножить на Y в четвертой степени. B. ABC в пятой степени. Каждый множитель возводим в пятую степень. А в пятой, B в пятой, C пятой. 2х в кубе. 2 в кубе умножить на х в кубе. 2 в кубе 8. Мы получили результат 8х в кубе. 3а в квадрате. 3 в квадрате умножить на а в квадрате. 9а в квадрате. Минус 5х в кубе. Минус относится к коэффициенту, поэтому минус 5 возводим в третью степень и x возводим в третью степень. Получаем, что отрицательное число в нечетной степени – число отрицательное. Поэтому результат примет вид минус 125х в третьей степени. Минус 10аб в квадрате. Минус 10 возводим во вторую степень. А в квадрате, Б в квадрате. Отрицательное число в четной степени – число положительное. Поэтому результат примет вид 100, А квадрат, Б квадрат. Минус 0,2х в четвертой степени. Равняется. Возведем каждый множитель в четвертую степень. Минус 0,2 в четвертой степени, х в четвертой степени и y в четвертой степени. Снова отрицательное число в четной степени – число положительное. Поэтому результат запишется так. 0,16 х в четвертой степени, y в четвертой степени. Минус 0,5 bd в третьей степени. Минус 0,5 в третьей степени умножить на b в третьей степени и умножить на d в третьей степени. Получаем результат минус 0,125 b в кубе, d в кубе. Если вы хотите увидеть больше видео, подписывайтесь на наш канал на YouTube и задавайте вопросы в соцсетях.